Ребятушки мои, привет. Короче, сегодня у нас горы, да? Сегодня он сказал, что будет 1000 метров, вот эта вот разница уровней. То есть отсюда начинаем и плюс 1000 метров, да? Вот, где-то мы сейчас на 1800 находимся примерно, я так думаю. Ну или на 2 даже. Но здесь холодновато. Здесь я хотела даже уже одеть кофту, но так как мы сейчас начнем идти, я просто хотела вам начало показать, что когда мы начинаем идти, да, потом я попозже я перестану снимать, потому что сами знаете, что мне всегда очень сложно начало дается. Вот, вот смотрите мы где. Вот это место. Не Кумайер, а Кумариал. Потому что мне никогда не дает GPS потом точные позиции, да. Вот, вот тут у нас стены везде. Потом на обратном пути я постараюсь все снять, значит, все стены, да, тут. Вот. Ну, а сейчас пока надо, во-первых, мне надо пристегнуться. Сейчас я ему дам, чтобы он подержал телефон. Тут парк, видите. Видите, тут все, лыжи, тут лыжи. Вот. Тут это, он... мы там проехали, была это... Вот, вот это, видите, вот этот мост, это для фондистов, для лыжных гонок, короче, нормальных, не этих, не горных. А Медеви, смотрите, коммуникации здесь, кстати, да, на 2000. Масяма две мили адеса. Вот, вот. А, Чанг и Баню, ну. Пойд тенера на тима. А, сямо. Ну, да, мировое соло, дуе, вот то. Quale? Mont Mars? No. And quale? Coda. E 228? Sì. Rifugio. Ah, rifugio? Ah, quindi non dobbiamo andare su. Normale. Вот, видите, куда мы пойдем? На Rifugio Coda. Он сказал, что мы выше пойдем. Ну ладно. Allora, quanto siamo qui? А, 1400, короче, мы. Вот, я, вот, посмотрите, хочу вам показать кварц. Классный. На 1400 мы. Кзе, баню. Ага. Эй, молодец. Ладно, вот сейчас мы, видите, пойдем в подъем. Пока я, ребятушки, прекращаю видео. Ну, дико си. Продесса финиско пой, когда сесаро вива. Я говорю, что буду, если жива, я потом начну. Давайте, пока, ребятушки. Попозже потом соединю. Пока-пока. Видео сейчас будет Фабио записывать, потому что, ну, тут, во-первых, всякие эти козлы орут классные. Вот, во-вторых, просто он, может быть, запишет меня, как я мучаюсь. Слушайте, но я еще пока, конечно, никакая. Хоть ты тресни, хоть я и тренируюсь, но еще пока... Я вам домик показываю, вот растущий там. Вот мы на 2200, но мы уже прошли 800 метров дизлевело уровня. Перепад уровней, короче. Вот нам туда надо сейчас забраться, и он будет сейчас записывать. Подождите. Окей, то, тени. Сейчас он будет записывать, и меня, наверное, возьмет, как я тут мучаюсь. Но, девочки и мальчики, знаете, я еще честно должна признать, но я еще не показываю, но микрофон. Мне еще, короче, готовиться и готовиться. Тренироваться. Вот. Я еще не какущая. А он будет записывать, пусть записывает, что хочет. Зачем только пой фара репрендер, когда кого? Репренди приговоры questa cosa di Castassi. Вот посмотрите, ребята, стена образуется. Вот видите, как будто вы как они упали, да? Это образуются стены, вот, видите? Ваша будущая спортсменка. Винчатричи ги то дижан. Сейчас, эй, даной, бабе. Но более сильно ударим. Короче, мы уже почти, осталось чуть-чуть. Я буду молчать, но что поделать, иначе я не наберусь. Опаньки.
Вся дорога такая, вся дорога, вот с самого начала. Как 1400 пошли, вот так все время, представьте. Уже альпинизм какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Ножки, мои ножки. Улиточный шаг. Пасовый лимак. Видно, кому она скала бы. Эта лестница вообще просто состоит из глыб по 60 сантиметров. Вертикально практически. Ноги просто. Фу. Ну у него-то, конечно, все нормально, это у меня. Ножки еще дряблые. Дряблые достаточно.
per Massimo. Stiamo arrivando? Sono arrivato a spingere, uso lì la pressione. Mozzizzi. Coda e host. Hai fatto vedere le cose come si vedono in montagna? Tutto quanto. Due e quaranta. Mamma mia, ragazzi, io adesso. Ah, ma dai, caspita, che strano. Bello, no? Gran paradiso qui, sì? Allora, sì? No? Так, beviamo almeno. Almeno beviamo. Короче, ребятушки, я дошла. Вот, показываю вам эту штуку. Блять. Извиняюсь. Вот. Эта штука. Пирамидку, на которой написано 2240. Так, он уже скачет куда-то. Колесенеть. Короче, ладно, я пока выключу. Потом запишу. Сейчас немножко отдышусь. Ноги вообще, ноги, попа просто поработали хорошо. Дыхание уже так нормально, более-менее. Нет у меня проблем с дыханием, но ножки еще, ребятушки, слабоватые. Но сегодня очень сложный был подъем. Очень, правда. Просто вот невероятно. Все время вот так вот просто вертикально. Это вообще никаких тебе зигзагов практически. Да, не практически, а так и есть. Зигзагов не было. Вот мы совсем недавно, вот видите этот домик? Мы совсем недавно были вот там, где этот домик. Вот там, видите, торчит. Вот. И вот это так вот мы все. Не было никаких проводов. Только вот единственный, видите, вот эта единственная дорожка там вот. Вы видите, да? Вот это самое единственное вот 5 минут. Этот, вот здесь, вот где коровы. Все, потом пошло опять. Понимаете? Резко, вообще резко вот такой подъем вертикальный. Ну ладно, сейчас немножко отдохну. Пока-пока. Stavo dicendo che 3 ore mi serve per abituarsi. E poi adesso posso fare altre 3 ore, fidati. Я говорю ему, что сейчас у меня, мы сейчас идем на другую еще одну. В общем, самую, куда он собирался идти, на гору. Я так вообще руками показываю, как будто вы меня видите. Вот.
И вот уже теперь, вот сейчас делаем последний кусок, у меня все, у меня теперь не болят ноги, прикиньте. Так что мне нужно 3 часа, чтобы у меня ноги привыкли. А сейчас уже... Okay. Что будет? У меня акула, у меня... Я говорю, он говорит, иди вперед, я говорю, мою попу будешь снимать. Надо же, все, ноги не болят. Ну, ладно, мали пью. Коши. Принцы. Нормально? Вот так вот. Ни с того, ни с сего у меня проходят ноги. Просто уже 3 часа такого подъема. По идее, я должна была уже сдохнуть, но нет. Это вот лыжная подготовка. Ноги помнят, что лыжи не болят. Чугунок-то хороший. Видишь, как гизокая? Каче. Ну там нет, что там нет? Гиза. Короче, ребятушки, здесь всего 2315. Но мы пошли с 1400. Но судя чем, только соло 2 миля 3. Куиндичи, перо. Все, обратите до миля 4. Куинди, квази. Почти что... 1000 метров разница уровней. Видите, какая диска-то тут? Чугуночек. Все, пришла. Так, он мне дает телефон. Короче, вот смотрите. Вот эти домики, которые я до этого сейчас снимала на той. Лемурки. Я покажу вам, где мы были. Сейчас я их не вижу. Только слышу их. Вот представляете, вот как вот с 1800 до 2300, какая большая разница. Видите, 500 метров, да? Подождите. Посмотрите, вот еле-еле угадывается. Ну, блин. Как у масоли тут. Ну, он. 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 Ну